Ну, хотя, конечно, вот непонятно все же вот это обучение. Как же обучать, в конце концов? Сейчас вы мне не рассказывайте. Может быть, об этом можно почитать? Смотрите, безусловно, есть книжки очень многие по сетевому маркетингу, и большая часть вообще обучения, оно происходит даже на личном уровне, да, то есть человек, помимо того, что мы так обучаем, то есть человек и сам должен еще читать литературу и ну, развиваться. Я могу написать вам пару книжек, названия, в принципе, можно найти в интернете. Это такая азбука вообще сетевого бизнеса, индустрии, да. Вот, но вы можете начать их читать, это даже лучше, если вы начнете. Значит, одна называется «10 уроков на салфетках». Сейчас я напишу часть. Вот, автор Дон Фейла. Так, Людвиг, читайте, читайте, ищите книжку. И вторая называется «Лучший». Каким ты можешь быть в MLM. Вот эти две книжки, они такие классика, скажем так, вообще сетевой индустрии. И, ну, прочитав их, у вас уже, ну, какое-то внутреннее понимание, впечатление сложится о сетевом бизнесе. Но конкретно мы по нашей системе будем обучать, ну, через Skype можем. То есть есть слайды у нас, а мы по этим слайдам пройдем занятия с вами. Соответственно, вы сделаете какое-то ну, домашнее задание. И дальше пошагово, то есть будем договариваться каждый раз ну, на какое-то время. То есть, допустим, мы этап прошли, дали задание, вы сделали, договорились о следующей встрече, дальше идем. И можем постоянно быть на связи хоть каждый день, там, через день, вот так вот, вечерами. То есть 5-10 минут поговорили, как дела, что обсудили, скорректировали и дальше пошли. Вот так. Ну хорошо. У меня даже дома тоже скайп есть. Это я просто в гости пришла. Дома нужно наладить свой скайп. И туда ну уже... не вопрос, и скайп, и плюс мы можем еще сейчас будем запускать интернет-конференции, где мы будем давать ссылку, и мы в прямом эфире будем давать презентацию прямо людям, то есть со слайдами. И туда могут зайти ну, любой человек, вы можете скинуть на электронку, сказать, вот в это время заходи, да, будет очень интересная лекция. И вам даже не обязательно самой рассказывать людям, то есть мы будем, ну, первым вашим людям мы будем рассказывать. Чудесно. У меня есть такой же клиент, который очень интересуется, да. Ну, отлично. Да. Ну, плюс и вы сами, если вы как иду врач, то есть вы можете просто на своем авторитете кому-то про продукт рассказать, допустим. Да, люди начнут, возьмут, а уже про бизнес, то есть мы будем как-то вместе, допустим, да, то есть кто заинтересуется бизнесом, то есть мы также можем вместе подключать и уже втроем, вчетвером там общаться. Ну хорошо, спасибо за работу, за информацию. Да, то есть теперь смотрите, вам просто нужно, ну, если принять решение, то есть готовы ли вы с нами двигаться, если готовы, мы можем назначить тогда следующую встречу, когда мы сможем провести старт-тренинг и уже провести. Это 2 часа времени примерно потребуется.